Привет всем любителям ордопилота. Один подписчик меня попросил рассказать о том, как настроить экономичный режим для летающего крыла или самолета без трубки Python. Рассказываю, как это делается. У Ardo есть два алгоритма управления скоростью в зависимости от наличия трубки Python. При ее наличии автопилот управляет газом таким образом, чтобы при стике газа в центре воздушная скорость была равна trim ARSPD SM. Стик газа в этом случае не напрямую влияет на обороты мотора, а лишь задает желаемую воздушную скорость в пределах от ARSPD FBV min до ARSPD FBV max. При отсутствии датчика воздушной скорости алгоритм управления следующий. При стике газа в центре поддерживается уровень газа равный trim throttle. В этом случае стик газа будет напрямую управлять оборотами мотора и, соответственно, скоростью. Итак, к сути вопроса. Как настроить максимально экономичный полет в круизе без трубки Python? Для этого надо совершить тестовый вылет на самолете и, изменяя уровень газа, найти тот уровень газа, при котором эффективность будет максимальная. Для этого лучше всего записать DVR и на OSD, вывести индикатор эффективности. Если же у вас нету DVR или вы используете DJI FPV, как я, то можно использовать мой пресет DashAware для наложения оверлея на видео и использовать индикатор эффективности оттуда. Но важно понимать, что эффективность будет измерена относительно скорости по GPS, а не воздушной. Поэтому реальная эффективность будет сильно зависеть от скорости ветра. Также необходимо понимать, что нельзя задавать слишком низкий уровень газа параметр trim throttle. Если скорость будет слишком мала, при попутном ветре самолет может свалиться. В конечном итоге могу сказать следующее. Для автоматических режимов, если хочется добиться экономного и безопасного полета, крайне желательно использование датчика воздушной скорости. Если информация была полезна, ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй замечания в комментариях. Спасибо за просмотр, пока-пока!